первой серии сериала «Случайный кадр» на счету старшего следователя по особо важным делам столичного СК Нины Нестеровой. Ни одно раскрытое резонансное дело. Она жесткая, бескомпромиссная, не приемлет взяточничество и распущенность. Таких, как Нестерова, обычно называют честным ментом. Теперь ей предстоит расследовать громкое дело, повлекшее за собой человеческие жертвы, а именно пожар в ночном клубе. И поможет ей в этом провинциальный следователь Никита Комаров, которому она предлагает перейти на работу в Москву. Нестерова считает, что к делу о пожаре причастен крупный предприниматель, член одной из политических партий Борис Бобров. Подтвердить это предположение и найти улики она поручает Никите. Во время расследования невесту Комарова Лару похищают, и этот факт уже не может считаться простым совпадением. Посмотреть первую серию вы сможете уже 24 мая.